Вот, видимо, мы убрали ИННки, стало лучше. А, слушай, мы сейчас сделаем вообще по-простому. Давай использовать его. А, погоди, надо тогда заменять во всех строчках вот эту штуку, ну, то есть либо придумывать синонимы. Для меня это истинное волшебство, и вот эти вот Сашины намеки, что это может каждый, и надо часовой мануал посмотреть, и примерно так же вы все сможете. Вот. Я самоучка. Но я думаю, что регион, в котором я живу, ну, он такой нормальный, живой, веселый, да? Ну, давай пока мы это будем в уме держать, сейчас пока не будем. А вот сумму контрактов мы покажем бар-чартами вот такими. Вот. У меня все наоборот примерно, не так, как у Юли, я наоборот. Юля в 10-м году закончила заниматься журналистикой, а я в 10-м году еще работал врачом. Так, куда они дели текст по столбцам? Нет ни одной закупки, которую можно было отнести в категории проектной. Так, блин, это плохо. Кто меня знает, тот уже давно не удивляется всяким разным экспериментам, которые мы проводим. Я думаю, что для конечной публикабельной уже версии нужны не юрлица, а торговые марки. Это естественно, да-да-да. Это всегда нужен какой-то человек со стороны, который пытается, ну, как бы вывести это немножко, как бы, на более верхний уровень абстракции. Немножко так стрессануло. Но очень интересно то, что вот на глазах рождается. Для меня это магия, да? Так, вот. Но это не все деньги, да? Это только от одной структуры, правильно? Это вот, да, один из четырех.